Всем привет! Сколько уже было видео на канале? Я, наверное, первый раз только в чистом. Потому что у нас сегодня радостное событие, можно сказать. Значит, шаха наша готова, покрашена. Вот. Значит, сразу скажу, хотели покрасить во флаг, там как-то эксклюзивно. Уехали отдыхать. На отдыхе голова отдохнула, покумекали. Приехали в город. Краски толком в нашей деревне тут хрен купишь, короче, то есть, чтобы, ну, была близко к флагу, то есть, белое, синий, красный, то есть, белое, понятно, синий, красный, были все оттенки не те, там, надо было колеровать, заказывать, это все стоит денег, времени и прочее. Посидели, покумекали, решили, что надо двигаться дальше, нечего стопориться на этом проекте. Вот, то есть, по шахе уже и так поснимали, она нам принесла почти 1500 подписчиков, вот. Я надеюсь, вы и дальше останетесь на канале, потому что это только начало. Надо двигаться дальше. Вот, скорее всего, будем брать иномарку, поэтому машина покрашена просто в белый цвет и выставлена сейчас на продажу. Ценник стоит пока 55, люди пишут, спрашивают, интересуются. То есть, как вы знаете, машина проварена вся. Все загрунтовали по новой целиком машину, рыжики протравили кислотой, то есть, ну, как бы, походит еще. Вот. Ценник вполне адекватный, потому что в нашем регионе, по крайней мере, за 30-ку, за 40-ет продают там полугнилые, на которых там всю зиму наваливали ведра. Вот. Здесь машинка, единственное, что нет летней резины, а так машинка очень даже бодрая. Я второй владелец после деда, поэтому я считаю цену адекватной. С продажи никуда особо не тороплюсь, поэтому будем ждать. Вот. А так, вот смотрите, что у нас получилось. Есть, конечно, косяки. Значит, сразу скажу вам, парни, красите машину целиком, особенно если для себя еще что-то, не экономьте на краске. То есть мы решили взять алкидную краску, хоть я читал и смотрел видосы на ютубе, типа, что, ну, алкидом хреново красить, думаю, ну, руки у всех такие, нет, все, беру свои слова обратно, то есть дело не в руках, ни в чем, реально алкидом херово красить, он очень густой, вот, есть где-то подтеки. Есть немножко пару подтеков, вот, ну и шагрень есть на машине. Машину не полировали, то есть покрасили, вот такая она и есть. Вот, но как бы хуже не стало и все, то есть вид освежился, со стороны смотрится красиво. Конечно, если докапываться, да, но и цена не 100 тысяч, там как бы тут никто не выпендривается. Идемте покажу по салону. Значит, мы сняли эти чехлы все убогие. Вот у нас чистенькие, семерочные, нульцевые сиденья. Стила нам подогнал. Вот. Сзади сняли тоже. Родной шестерочный, в хорошем состоянии диван. Вот. Дверки все смазали. Все закрывается. Отдаю с пионеровской музыкой. Все как есть. Вот. Так что, я думаю, парни поснимали уже по ней. Вот. Как бы. Надо идти дальше, то есть интерес уже к машине пропал, то есть основное все такое сделано, поэтому решили, как бы, будем продавать. Значит, машина уйдет, снимем видео, как будем искать, как будем подбирать, что возьмем. Вот. Есть уже пару вариантов на примете. Вот. Так что, кто хочет дальше следить за нашими движениями по каналу, плюс, помимо проекта, все равно будет дальше, то есть по всяким там ремонтам, гаражным лайфхакам тоже будет отдельное видео. Сейчас я в отпуске, поэтому постараемся снимать побольше. Также мы уже снимаем продолжение гаража за 50 тысяч. Вот, уже идет съемка, стройка все опять возобновилась, там все полным ходом. То есть скоро по гаражу тоже будет видос. Кто не подписан еще на канал, обязательно подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ну и всем удачи, всем хорошо отдохнуть этим летом, всем пока.